Резюме. Разум интерпретирует информацию с помощью набора устоявшихся обозначений. Душа не думает и не говорит, а чувствует и знает. Разум способен создать только относительно новую версию дома из старых кубиков. Принципиально новые открытия приходят из нереализованных секторов. Душа служит посредником между принципиально новой информацией и разумом. Душа воспринимает нереализованную информацию как знание без интерпретаций. Если разуму удается интерпретировать информацию души, рождается открытие.